Вы знаете, я здесь не совсем на профильной конференции, тем мне это интереснее, честно говоря. Я вижу других людей, которые обычно приходят к нам на наши мероприятия. Я, наверное, по большому счету фанат своей компании и тех технологий, которыми мы занимаемся. Для меня то, что происходит последние два года, вот как я работаю в моей компании, мне кажется очень важным то, что технологии гиперконвергенции, IP-сетей, конвергентных сетей, это, наверное, сейчас самое интересное и самое быстро развивающееся в IT-индустрии, по крайней мере, с моей точки зрения. Я, возможно, предвзят, но мне кажется, то, чем я сейчас занимаюсь, это самое интересное, что в IT происходит. Конвергентность, Software Defined все, такая популярная сейчас тема Software Defined Storage, Software Defined Networks, Software Defined Data Center и так далее. То, о чем заговорили год назад, и сейчас оно наконец дошло до российского IT-рынка. Мне очень приятно, что российский IT-рынок потихонечку раскачивается и начинает двигаться вперед вместе со всем миром. Мы очень консервативны, тем не менее, мне кажется, что нам, в том числе и на этой конференции, удается заинтересовать людей новыми, совершенно принципиально новыми идеями, которые сейчас двигают IT вперед. Прежде всего потому, что та тема, которой мы сейчас занимаемся, это фактически передний край. Мне кажется, что дата-центры будущего, то есть вот моя компания создает дата-центры будущего. Мне кажется, что это очень интересно участвовать во всем этом и находиться, собственно говоря, на переднем крае, быть первым, который всем этим занимается. Я думаю, что множество компаний придет следом за нами, и было здорово участвовать в самом начале этого процесса. Для меня это совсем другая аудитория. Обычно мы работаем с людьми, которые приходят на наши мероприятия. Это обычно какой-то серьезный тяжелый enterprise, тяжелые большие компании уровня Сбербанков, уровня Газпромов. Здесь совсем другие люди, и мне кажется очень важным, что мне удалось рассказать людям, которые, возможно, впервые сегодня узнали о моей компании, заинтересовать, заронить им какое-то зерно сомнений, зерно интереса в то, как они создают свое будущее для своей компании в том числе. Для меня, прежде всего, важно, что это новые люди. И для меня, а для моих, наверное, слушателей важно узнать что-то новое, что сейчас происходит на переднем крае IT.